Мы были обычными, хорошими девчонками, у которых была вся жизнь впереди. В Ангарске за последние 7 лет зверски убиты 29 женщин. Ина работала в доме ребенка, Аня где-то там лаборантом. Михаил Попков, серийный убийца и насильник. Самый страшный человек России. У меня 6-й десяток. Я уже могу как бы это, ну, знаете, как сказать, что вроде как мудрым стал. Я тоже работала у мамы. У нее у мамы был свой бизнес, я маме помогала. Орудовал на территории Иркутской области. Жестоко убивал молодых женщин. Приговорен к пожизненному лишению свободы. Есть другие семьи, которые так же, как и мы, считают, что это не он. Я помню точно, что это была пятница, февраль месяц. И мы решили встретиться с Аней, с Мариной. На самом деле маньяк это, как правило, человек, который не выделяется. Ему удавалось заметать следы. Методы работы сыщиков Попкова были хорошо известны. Маньяк сам трудился в милиции. Работал сотрудником в милиции. И мы сидели, выпивали, да, и потом мы пошли, погуляли еще, потом еще. Я была такая очень уставшая. Все говорили, что он такой идеальный человек, что он так любил свою безумную жену. И проснулась я, уже было часа 5-6 уже, потому что светало. Коллеги и не подозревали, что бок о бок служат самым настоящим зверем. Дай на нее, с ней там это. Привез сюда двух неизвестных мне девушек и здесь совершил их убийство. Выходя из комнаты, вижу, что диван не разобран, ну, вообще в каком месте, нет никакого постельного белья, ничего, значит, там и не лежали. Просто поймали машину на дороге, чтобы доехать. Остановилась машина, они сели, чтобы он их развез по домам. В 1998 году группа поработала, никаких результатов не было получено. Первый он убил, это Марину, а мама у меня пыталась убежать. Исчезают женщины, находят их убитые. Рассуждать какие-то там закономерности выводить. А тогда? Тогда мозгов не было вот так. На хорошем счету участвовал в поисках и задержаниях преступников. Проходит какое-то время, например, опять ситуация повторяется. Михаил Попков, как и многие маньяки, обладает феноменальной памятью. И он ее, видимо, поймал, и там было очень много следов борьбы. В 1998 году создали первую следственно-оперативную группу из числа работников, получается, прокуратуры города Ангарска. Понимаем, что это они по описанию, по одежде. Ну и все, и вот, и все. Лично я как бы не считаю, что это его рук дело. В Ангарске все знали его как хорошего, доброго, семенина. Казалось бы, в кровавой истории поставлена точка, но неожиданно маньяк создался еще в 60 чудовищных преступлениях. А, что он любил безумно дочь, что он такой хороший товарищ и друг. Вот он просто был идеальный. Хороший семьянин. Так, занимает хороший работник, даже иногда великолепный работник. Получивший прозвище «Ангарский маньяк». Раз и совершил убийство. Ну зачем? Вроде думаешь, зачем? Версию Попкова я не верю. Не верю. Это не так все было. Или не помню. Когда опознавали по фотографиям, я опознал. Убийца на следственных экспериментах с поразительной точностью показывал те места, где 20 лет назад жестоко расправлялся с женщиной. Все же после колоссальной работы экспертов и следователей оперативникам удалось выйти на след кровавого убийцы. Подозреваемого было проведено более 3500 генетических исследований. На помощь пришли специалисты в области генетики. В центрах главного управления МВД России в области был установлен генотип именно этого преступника. Подследственный гражданин Попков уже осужден на пожизненное лишение свободы. Сейчас убийца знакомится с материалами уголовного дела и, как это ни дико, планирует свою будущую жизнь. Останется узнать лишь новые детали злодеяний ангарского маньяка. В четырех стенах, небо через решетку, лязг замков и лай служебных собак.
После второго приговора серийного убийцу Михаила Попкова этапируют в одну из колоний для пожизненно осужденных. Надеется, что когда-нибудь его помилует суд, и он выйдет на свободу. Мне до всего двадцатку осталось сидеть.